Всем доброе утро. Сегодня 19 января. Я в шоке с того, как быстро летит время. От этого мне становится еще страшнее. Сейчас я буду выпрямлять волосы. Поставила вариться каши. Почему каша? Потому что варю овсянку и гречку в школу. Овсянку на утро сейчас поесть. Быстро выпрямляю волосы. Сейчас смотрела видео в ТикТоке. Как хорошо сдать экзамен. Экзамены, в принципе. Нужно каждый раз мазать один и тот же парфюм во время того, как вы что-то учите, и во время того, как вы прибываете на экзамен. Ну, в принципе, это логично, что это поможет вам как-то помочь. То есть вы ощущаете запах духов, которые у вас были во время того, как вы учили весь материал для ЕГЭ. И, может, и мысли всплывают, как и воспоминания, не знаю. В общем, мне кажется, стоит попробовать. Сейчас найду вечером. Ну, не вечером, как пройдет школа. Найду какие-нибудь духи. И попробуем провести с вами данную манипуляцию. Выпрямляю волосы на 180 градусах. Хочу сходить на кератиновое выпрямление, наверное, схожу уже только к весне ближе, потому что сейчас особо не вижу смысла делать, волосы будут также некрасиво лежать и электризоваться. Вода для гречки начала уже закипать, овсянка начала закипать, так что огонь мы уменьшаем, накрываем крышкой. Масло, мед, овсянка, банан, возможно, йогурт и, возможно, добавка. Привет, я уже в школе. У меня сейчас урок алгебры, но я вышла в туалет, чтобы заснять этот фрагмент. И потому что я хочу в туалет очень сильно, пипец. Ну, я уже сходила. Сейчас алгебра, мы писали контрольную на первом уроке, потом две биологии, которые я выучила, надеюсь, я расскажу. Митоз, интерфаза, метафаза, анафаза, апоптоз. Заказала я вчера на Алике клевые сережки, как придут, обязательно покажу. Придут примерно в конце февраля, вообще сделаю обзор посылок, потому что я нормальное количество всего заказала. Еще нужно заказать сумочку и снять распаковку. У меня, короче, болят почки вот тут, и не вот тут, и сзади. Не понимаю, почему. Типа, это странная какая-то боль. Нет. Ой, упала. Это перец и гречка. Тут еще два урока, ну, еще, возможно, еще два. Короче, возможно, еще два, либо четыре. Я пока не знала, потому что сегодня вторник. Я дома, в школе вообще ничего интересного не происходило, кроме того, что я училась. Все четыре урока, кстати, все пять уроков, сколько там было уроков, не помню. Вот, и я хочу пообедать, точнее, попить чай. Это такой будет перекус таксиста Лены Чек. Съем одну вафельку или две. Очень хочу вафлю, но, надеюсь, она сильно мне не навредит. Хотя там около 300 калорий, 300 в одной вафельке вроде бы. Короче, съем одну-две вафли, попью чай и все. Сейчас мой вес 46 100. Вчера мой вес был 47 800 вроде. Посмотрела я в окно, а тут ну просто снегопад. Так красиво. Если честно, у меня уже в голове весна, лето, отдых, но понимаю, что, блин, за этим отдыхом стоит огромная работа, огромные учения, подготовка, боже мой.
И это все только относится к экзамену. К школе, конечно же. Сейчас я пыталась поспать полчаса. У меня не получилось, скажу сразу. Потому что я не могу спать, когда я понимаю, что у меня есть какие-то дела. И сейчас я иду опять учиться. Сегодня начну учить химию чуть-чуть. Повторяю. Начну повторять химию со восьмого класса. К русскому начну готовиться только в марте. В начале марта, в конце февраля. И встретимся, наверное, уже позже. Прошло 2 часа, как я выучила только общую характеристику одной темы. И только один класс. Мне еще выучить одну общую характеристику кишечно-полостных, 3 класса и 2 класса моллюсков. Также хотела сегодня позаниматься химией, кажется, не удастся. Я уже легла спать, извиняюсь за внешний вид, редактирую данный влог и понимаю, что я забыла вам сказать самую важную вещь, самую важную цель, которую я хотела вам повествовать. Я не знаю, что я говорю. В общем, сколько калорий я сегодня съела и сколько воды сегодня выпила. Сегодня я съела достаточно много. Не знаю, почему, что это было, да и выпила, в принципе, воды достаточно много. Короче, что-то странное сегодня было со мной. Я просто устала голодать, захотелось просто что-то вкусненького поесть, а слава богу, дома почти ничего не было вкусного. Время у нас вот столько, я только умываюсь. Хотела позаниматься химией, но просто уже не могу, если честно, впитывать никакую информацию. Завтра прихожу со школы, учу химию. Начинаю учить все с 8 класса. Если вам интересно, конечно, это слушать, пишите внизу в комментариях. Могу подробнее рассказать о своем плане подготовки к ЕГЭ именно по химии. По биологии за меня все решают репетиторы и школа. К химии готовиться буду самостоятельно. Меня прямо бросает дрожь, когда я об этом думаю. Сейчас быстренько умываюсь, а после ложусь спать. Я сама очень сильно люблю смотреть таймлапсы на видеовлогах. Извините. И если вы хотите, чтобы я их снимала чаще, пишите об этом внизу в комментариях. Также у меня завтра зачет по геометрии, к которому я не готовилась. Я не знаю, когда я подготовилась, либо с утра. По химии домашку не сделала. Ё-моё. Блин. Так. Скажи, кто сказал, что... Блин, этот влог получился реально очень коротким по сравнению со вчерашним. Я не знаю, что я вчера там снимала. Но сегодня мой влог немного коротковат, как и время на подготовку к ЕГЭ. О боже, я очень рада, что отменили базовую математику, но, возможно, будет ГВЕ, не дай бог. Вот его я не хочу сдавать. Это облегченная форма базовой математики, то есть это контрольная работа вместо ЕГЭ. Но говорят, она сложнее даже, чем ОГЭ. А ОГЭ я и так еле как сдал. Что-то уры там какие-то. Сейчас я иду делать Сейчас я иду делать Дрессенваль. А после я иду редактировать данный влог, укладывать и спать. Так что всем большое спасибо за просмотр. Ждите завтрашний влог. И всем пока.